Владивосток, 28 сентября 2024 года. Сегодня в городе проходит марафон. Ой, и не жарко ему бежать в таком одеянии. Супра бежит, Супра бежит, молодец. Супра это по любви, приходите да. В Супру. Реклама сразу. Велосипедисты наблюдают атлетов, ну, кто себя плохо чувствует, возможно. Вот велосипедисты, наверное, предупреждают организаторов и всех остальных.
Ага. Дня. Вам тоже. Thank you.
отбивает. Не-не-не, пускай отбивает. Ладно, что сверху. Также встал, поснимал здесь, пофотографировал, ну и потом на площадь. Уже это, а там финиш. Уже бегом, где-то шагом, слышал, этот самый ведущий. О, даже операторы у нас бегут, а не я там. А потом в интернете смотрю, я там на финиш. Бегут, и Динамо бежит.